Несмотря на то, что в мире биатлон является одним из самых популярных видов спорта, в Ангарске до сих пор не было условий для его развития. Ребята, мечтающие о карьере биатлонистов, пока могли лишь оттачивать технику лыжного хода. И многие весьма успешно. Лыжными гонками я занимаюсь уже третий год. В этом году у меня пошел карьерный рост, так скажем. Я стал 5-кратным чемпионом города. Участвовал на областных соревнованиях, подал в призеры. Не только разглядеть талант, но и суметь раскрыть его в полной мере – задача и мастерство тренера. Но без хорошей материальной и технической базы добиваться призовых мест крайне сложно. Теперь у желающих заниматься биатлоном есть свой зал с тиром и тренажерным залом. Вообще в этом году у нас корректировка и уточнение проекта лыжебиатлонного комплекса. И мы рассчитываем в следующем году завершить его строительство, то, что не доделали, за будущий год закончить. То есть он будет иметь уже полноценный формат, вам уже не будет там тесно, всем будет хватать места. По новым будем делать стартовую поляну, асфальтировать штрафной круг, ну и так далее. Целый ряд мероприятий, в общем, сделаем наш лыжно-биатлонный комплекс уже недосягаемый для других городов нашей Иркутской области. Несмотря на то, что зимний сезон закрыт, тренировки у будущих чемпионов продолжаются. Теперь занятия будут проходить комплексно. В новом году тренеры и их наставники ждут новых побед. Евгения Шильникова, Дмитрий Новопашин. Местное время.